этот канал семейного психолога расскажет вам о некоторых историях, которые прошли за мою большую вот эту психологическую практику, где я рассказываю, как взаимодействуют люди в семье, какие кризисы переживают и как, самое главное, выживают в этих кризисах. Эти кризисы связаны с тем неумением общения в семье. А может быть, просто сложились эти семейные отношения не к месту и не там, где нужно. Может быть, право выбора вы потеряли и просто попали в эти отношения. И, может быть, их нужно закончить. И вот эти кризисные моменты, моменты выбора партнера, моменты того, как выстроить отношения. Потому что часто бывает так, что жизнь преподносит сюрпризы. И в этих сюрпризах надо найти выход, достойный выход. Где-то пойти навстречу, где-то уступить, а может быть, просто поговорить с вашим партнером. Так вот, друзья мои, подписывайтесь на этот канал. На этом канале есть много примеров, есть просто вот конкретные советы по конкретным случаям. От зависимости, как освобождаться, как искать расположение между детьми и родителями. Это тоже семья. Между взрослыми и вот этой семьей, которая новая создается, это проблема взрослых детей и пожилых родителей. Это тоже серьезные проблемы. Поэтому этот канал для тех, кто живет в семье. А мы все стремимся к семье. И, как говорится, без семьи человек какой-то неполноценный. И эта семья бывает в разных вариантах. И рассмотрим эти варианты. Одним словом, подписывайтесь на этот канал, канал семейного психолога с хорошим образованием, большой практикой и жизненным опытом.